Привет, сегодня мы сыграем в двери, но приличные. Я не знаю, что здесь будет приличного, но надеюсь, это будет супер прилично. Ну, лифт тут уже хороший, я вам так скажу. Здесь, конечно, не очень. Так, давайте пропустим музыку. Ну, лифт здесь, не прям, что прям, но прилично. Вот серьезно, даже в дверях нету такого приличного лифта. Обалдеть, какие приличные двери. Кафе открываются. О, я выпил витаминку нечаянно. Ну, теперь я супер-мега-ультра-быстрый. Теперь мы можем спидранить эти двери. Стоп. А, нет, это фонарик. Ну, то есть ключик. Ну, вы поняли. Я вам так скажу. Этот отель неприлично красивый для меня. Он настолько красивый, то что я решил в него поиграть. И мы попробуем его пройти. И это будет вообще жесть. Прикольная картина. А как она называется? А здесь пустота. Это неприлично плохо. Бета, а ты здесь неприлично хороший. Так. Здесь безопасно, я могу вам так сказать. Надо внимательно слушать звуки. Блин, такой неприлично крутак, залезаем быстрее. Так. Это самолет. Это самолет, ребята. Что? Смотрите, какие здесь красивые глазики. Они такие милые, они такие... Сейчас мы побежим от Хика. Надеюсь, это будет неприлично просто. Вечивается? Обалдеть. Хик. Это что, ты в нефти испачкался? Так, ребята, здесь все мигает, здесь везде глазики. Там уже сзади Хик меня догоняет. Это вообще же, это страшно. Это неприлично странно убегать от такого приличного Хика в таком приличном отеле. Ой, ребята, я не туда свернул. Так я вам скажу, это просто довольно. Но... Хик! А он меня не выпускает. А что будет, если я здесь постою? Хик! Нифига себе, Хик! Ты неприлично заботливый. Потому что ты позаботился, чтобы я не сдох. Нет. Так. Ой. Нехитраж! Шкаф! Ребята, мне порой кажется, что это не раж, а самолет. Я в темноте. Здесь еще сложнее, чем в настоящем Дорсе. Света у меня нету. Этот человек просит вас поставить лайк и подписаться на этот приличнейший контент. Видео выходят шорсы каждый день, а длинные видео каждую неделю, и даже для вас иногда стараюсь, и выходят они почаще. А, ребята, это что? Это Скрич новый, что? Почему у него такой звук, и он такой меняшка? Приличных дверьмях именно. Я прошел уже обалдеть до фигуры, вы понимаете? То, что я сам, наверное, скоро стану приличным. Но я думаю, это и не случится. 48-я комната. 50-я комната. Так, 49-я. Меня хотели обмануть, я уж такой обрадовался. 50-я комната. Так, опять у нас 50. Что? Это фигура? Что с ней произошло? Она меня сейчас убьет, наверное. Что у нее на голове? Это что за водоросли на голове у нее? Обалдеть! Так, ребят, вот первая книжка. Здесь очень темно. Здесь реально темно, и... Ну, это жесть. Ребята, он здесь! Он здесь ходит. Это опасно. Но я профессионал, так что я это пройду с первого раза. Так, ну, здесь я вижу еще одну книжку. Так, вроде с этих сторон больше нету книжек. Так, мы спокойно таки идем. Так, фигура. Фигур, ко мне не надо. Фигура, не надо. Не надо, Вася. Вася! Не надо, Вася! Вася, баран! Рася, баран! Вася, моя! Беги! О, нычка! Нычка! Ребята, он меня убьет или нет?
Нет? Он успокоился, он успокоился! Так, забираем ей. Что здесь еще? Книга есть? Я думал, здесь больше нету книги. Так, такая, это розовенькая такая книжка. А смогу ли я перейти вот его сюда? Так, давай, давай, нет, не могу! Блин. А, ребята, встаем! Он идет со мной! Фигура идет со мной, но спрятался. Я профи, я же говорю, в этих дверьмях я профессионал. Я профессионал в этих дверьмях. Миссия осталась только туда пройти. Осталось только пройти за запиской и все. Типа и все, мы прошли. Мы прошли этот дорс. Ё-моё, так. Давай возьму. А почему она не записывается? Её нельзя... Её записать надо. Её взять нельзя, ребята. Это что? Это неприлично плохо. Как они могли такое сделать? Обалдеть, такой типа пумик такой. Нет, это как мне записать? Это невозможно, ё, это невозможно. Все книги. Я нашел не все книги. А это как бы не очень хорошо, потому что... Нет, ё-моё, меня съела фигура. Ребята, если вы хотите продолжение, то я реально его сниму, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Потому что я реально профессионал, я могу войти, ну, до 90 комнаты точно здесь я пройду. Так что, с вас лайк и подписка, а с меня контент. Блин, такая старая фраза.